Пердани! Привет, друзья! На связи я, Седой. Все еще Седой с новогодним вайбом. И нет, я не пьяный. В общем, сегодня я хочу поделиться с вами невероятно важными новостями о нашем проекте Zanker MP. Как вы, возможно, уже заметили, прошло уже более 6 месяцев с момента, когда мы были вынуждены переустановить нашу деятельность. Это был действительно сложный период для всех нас, ведь Zanker MP был не просто проектом, это был наш второй дом. Место, где мы встречались, играли вместе и создавали удивительные виртуальные истории, и это факт, друзья. Я помню, как я записывал видео о закрытии проекта и как обещал, что мы вернемся с чем-то еще лучшим, более масштабным и захватывающим. Я искренне хотел сделать Zanker MP еще лучше, но столкнулся с немалыми трудностями на этом пути. Одной из самых серьезных проблем было найти квалифицированного разработчика, способного воплотить все наши амбиции и идеи в реальность. Понимая, что качество игры и удовлетворение наших игроков наш главный приоритет, я не смог просто взяться за первого попавшегося специалиста. Но наконец, я рад сообщить вам, что все труды и усилия были не напрасными. Я и моя новая команда нашли того самого разработчика, который разделяет нашу страсть к игре и готов вложить все свои знания и опыт в создание нового Zanker MP с абсолютного полного нуля. Мы вместе проработали каждую деталь, каждую систему, чтобы обеспечить вас максимальным комфортом и качеством игрового процесса. Мы продумали экономику сервера, внедрили новые системы безопасности, исправили все возможные баги и сделали так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, без всевозможных крашей, дюпов и других проблем. Сегодня я горжусь предоставить вам лишь малую часть того, над чем мы работали все это время. В данном видеоролике вы увидите лишь 10% масштаба нашей проделанной работы, но я уверен, что после захода на нашу лучшую копию Радмира вы будете ярко удивлены предоставленными системами, раздачами, конкурсами, мероприятиями и многим другим. Я приглашаю всех вас присоединиться к нам, играть вместе, создавать новую историю Зейна. Большое спасибо вам за ваше терпение и поддержку. Давайте встретимся в игре через пару дней и отметим новое начало эпохи для Zanker MP. Ну а я желаю вам приятного просмотра, перейдем к обзору интересных систем. Так, друзья, ну что, перейдем к обзору немножечко наших интересных систем на лучшие копии Zanker MP. Начнем, естественно, с инвентаря, то есть инвентарь полностью функциональный. У нас работает инвентарь и шкаф, и багажник. Быстренько вам покажу, что все работает, то есть вы можете, естественно, переодеваться, вы можете любую одежду, любой предмет перемещать в рюкзак. Вообще абсолютно все, что угодно. Вы можете, естественно, то есть брать, положить сколько вам хочется в рюкзак предметов. То есть в данном случае я вот сейчас положил 25 кейсов охотничьих в рюкзак и в инвентарь. То есть все идеально заработает, все идеально сохраняется. Можете вот так вот сделать. То есть давайте оденем скинчик. Вот, подкрываем немножко кейсов. То есть кейсы были описаны, опять же, полностью нуля. Можно открывать как и с быстрым открытием, так и с медленным открытием. Вот, то есть если у вас не будет ключей, то у вас будет, тут написано, открыть кейс там 150, либо же 120 доната, точно не скажу вам. Вот, ну, в данном случае у нас ключики есть, поэтому открываем с вами. Давайте быстрым открытием, выпало из комби. Можно открыть медленным открытием. То есть все идеально работает. Вот, открывается просто идеальная менюшка. Все прогруживается, то есть ничего не лагает. Предмет в кейсе показывается. Два раза потратил плохой дай. Вот, то есть это было Веласова ночь, что там еще. Давайте черное золото пооткрываем. Тоже медленным открытием. То есть все идеально, идентично, полная копия Радмира. То есть ни на одной копии данной системы кейсов нету. Вот. Да и в принципе вот Mercedes Vito выпало просто отлично, просто шикарно. То есть потом заходите в main меню, вот тут у вас можете посмотреть ваши награды, тут можете там выполнять такие квестики, где-то эти квесты выполнять. А, вот где мне пропуск. Вот, далее заходите в мои награды, Mercedes Vito забираете, то есть у вас он забирается в VCAR. То есть все отлично, потом берете, спамитесь и все. Вот. То есть такой же принцип и с багажником. Ничего сверхъестественного. Вот. А, по поводу аксессуаров. Да, аксессуары все работают. Можете также, вот у меня есть посох, перемещаете у меня аксессуары, снять, надеть. Вот, то есть появляется такая интересная редактор меню. Так, немножечко вот так перемещаете, чин-чин-чин, по-быстренькому. Не буду быстро, вот так вот на спину давайте повесим.
нужно на руку, ну пусть будет на спине. Все, то есть все сохраняется, все идеально работает. Также вот можно и крылья, перемещаете в слот мои аксессуары, все снять, надеть. Тут потом просто редактируете, давайте тоже быстренько отредактируем. Вот. Потому что эти крылья реально очень нравятся, не знаю. Это прям эксклюзив, вы нигде не найдете именно этих аксессуаров, то есть в магазине аксессуаров их нету. Вот. Их либо же где-то в конкурсах выбивать, либо же купить за донат. Вот, садимся в нашу Audi. Вот, сейчас подъедем к нашему дому и посмотрим, как работает инвентарь со шкафом. То есть, опять же, шкаф тоже был написан с полного нуля. Все идеально работает, все идентично, полная копия Радмира. Вот, подъезжаем, давайте купим этот домик. То есть, опять же, тут такая система, что если вы, к примеру, продали дом, то вроде бы как ваши вещи то ли пропадают, короче же, там как на Радмире, точно не скажу. То есть так как на Радмире, как там на Радмире происходит, так и у нас. Вот, то есть покупаем все. Тут тоже, опять же, все эти улучшения были написаны с полного нуля. Все работает, то есть реально машина, кровати, то есть это все, естественно, работает. Вот, подходим, так, купили шкаф. Где наш шкаф? Какая там команда, вроде бы use, да? Так, подожди, или make store, да? Сейчас давайте поставим где-то шкаф. Давайте его тут поставим, make store. Да, разместить в этом месте, все, use. Вот, то есть шкаф, то есть опять же вы можете перемещать, все отлично работает, все сохраняется. То есть сейчас мы можем, вот смотрите, положили кейсики, то есть у нас все пропало, открываем, опять же, шкаф, все в шкафу. То есть сейчас мы можем просто выйти из дома, к примеру, да, зайти опять в дом, подойти, все идеально работает, все отлично, полная копия Радмира. Так, забираем наши кейсики, мало ли, а то будет потом кому-то. Сейчас покажем, если у нас автомобиль есть, так раз покажу вам полную идентичную копию системы пневмоподвески. То есть пневмоподвеска просто идеально работает. Просто подписывайте команду S-Panel. Естественно, купить вы можете пневмоподвеску в салоне пневмоподвески. Не буду на это тратить время, туда ездить, показывать и тому подобное. Вот, открывайте S-Panel, то есть выскакивает такое интересное меню. И тут вы ставите просто вашу пневмоподвеску, то есть как вы пожелаете. Вот, то есть завершение, то есть все работает, это не визуалка, то есть все идентично, полная копия Радмира. Потому что на других копиях, если есть пневмоподвеска, то она, естественно, просто визуальная. То есть ее не видят другие игроки, видите только ее вы. Вот, то есть делайте как хотите. Так, давайте все-таки занизим. Так, это зависели. Вот так вот сделаем. Все просто, то есть идеально, просто мне нравится. Так, друзья, подъезжаем к стейдж-салонам. То есть у нас есть, вроде бы, как я не ошибаюсь, два стейдж-салона. Это первый вот в Арзамасе и второй это в Южном. Вроде бы их всего два. Так, бибикаем. То, что нет интерьера, нет, это нормально. Это также у Радмира, ничего с этим поделать не можем. Ждем обнову от Радмира, и у нас это автоматически появится. Вот, у нас есть 4 уровня стейджа. То есть 4 уровень стоит 600 миллионов рублей. Это реально достаточно дорого, но вы просто, ну, не пожалеете. А, я уже вроде бы установил, да? Я уже вроде бы установил даже стейджи. Вот, все, то есть стейджики, все идеально работает. Смотрите, то есть какой разгон стал. То есть плавненький разгон, вы не летите 500 км в час, как на других копиях Радмира. То есть все просто идеально работает. Каждая скорость под каждый автомобиль была настроена идеально. Вот, то есть, мне кажется, это просто, ну, это разве не шедевр? Ставите, да и катаетесь, и нагибаете всяких новичков. То есть у вас не будет какой-то там человек, купив Запорожец, не будет гнать 500 км в час. То есть у вас есть Audi, все, и каждая машина по-разному едет. Вот, то есть стейджики. СТОшку показывать не буду, я считаю, что СТОшка уже есть на многих копиях, поэтому ничего там нового вам не покажу. То есть СТОшка, опять же, полностью все работает, все идентично, полная копия Радмира. То есть винилы, диски, что там есть, всякие спойлера, там какие-то там обвесы, то есть все идеально работает, не буду уже на это тратить время. Вот, давайте перейдем к работам. Так, друзья, перейдем к работам. На нашем сервере имеется работа шахты, лесоруба и вроде бы машинист поезда. Вроде бы 3 или 4 работы, что-то такого. Ну, естественно, это все будет пополняться, то есть
В скором времени добавим еще и работу, работу метро. Вот. Но опять же, не забывайте, что вот даже та же работа машиниста имеется только на нашей копии. Просто подбегаете, устраивайте, если вам нужен второй уровень в центре занятости, если вам устраиваться не нужно. Вот, просто добивайте второй уровень на вашем аккаунте. Вот, подбегаете, берете чекпоинт, устраиваетесь, подбегаете сюда. Тут у нас есть чекпоинт сзади поезда. Все, садитесь, заводите и просто едете. То есть, вроде бы за одну станцию у вас выходит там что-то вроде бы 1 или даже 2 миллиона. То есть работа реально прибыльная, интересная, то есть вы катаетесь по всему миру. Вот, и зарабатывать просто деньги. Ключи, кейсы вы можете зарабатывать на работе лесоруба. Можно даже тэпнуться быстренько к работе лесоруба. Вот, не буду тратить время там, на поездки всякие красивые, там, эти кадры, потому что если это буду делать, то реально видеоролик затянется на очень-очень большое время. Вот, тэпнемся быстренько сюда. Подбежим. Работа лесоруба у нас полностью эксклюзивная, соответствует полная копия Радмира. Вот, то есть тут есть список рабочих. А, это может только владелец. Да, естественно, это бизнес. Мы еще сделали как бизнес. Если у вас то есть владелец там получает какой-то процент от заработка, от того, что вы зарабатываете. Подбегаете, значит, работу. Вот, есть работа рамщик, водитель пилорамы, лесоруба. Не стали пока что брать лесоруба, водитель пилорамы. Не будем тратить на это время. Просто берете рамщика. То есть показывается все, естественно, показывает чекпоинты. Вы на радаре. Ни одной копии мира такого нету, опять же повторюсь. Вот, подходите сюда. Чикс, берете бревно. То есть появляется такое бревно. Опять же на карте на радаре появляется такая метка интересная. Подбегаете. Вот, опять же, данная система есть только у нас. Я не буду это переставать повторять, потому что, ну, это так, это факт, друзья. Это так, друзья, и, ну, что можно сказать. Вот, подбегаете, чикс, ложите. Появляется такой интервальчик. Чикс, на Y быстренько тыкаем, все. Успешно работает у нас. Ага, чик, распилить бревно. Распиляем, взять доску. Доска у нас квад, на сквад у нас сзади сквад. Чикс, то есть просто, ну, мне кажется, шикарно. 423 тысячи рублей, маловато, но я думаю, что к открытию мы немножечко, потому что с открытого бета-тестирования показала практика, что игрокам не сильно нравится та экономика, которая была у нас. В плане, у нас нет такого, как в других копиях, миллион тысяч раздач, миллион у каждого кейса, фишек, багов на деньги и тому подобное. То есть у нас ни одного нет багов на дюпы, на деньги и тому подобное. То есть поэтому экономика у нас просто всегда будет идеальная. Вот, поэтому возможно, да, мы поправим немножко шансы на кейсы и зарплату на шахту и лесоруба. Вот. Давайте сейчас покажу вам систему еще быстренько аукциона. То есть это система слета и, в принципе, ну как бы аукцион, это все взаимодействие с самим собой. То есть аукцион у нас полностью рабочий. Мы немножечко поменяли систему как на копии Радмира. Ой, как на официальном Радмире. Вот, но я думаю, даже это намного интереснее. То есть заходите в аукцион, вот такой вот нас встречает менюшка. Вы можете, то есть у меня сейчас есть 800 фишек. То есть аукцион проходит на фишках. Так, что у меня забагался? Что у меня сейчас забагался, нормально. Прогрузился. Смотрите, аукцион проходит на фишках. То есть вы можете тут же обменять фишки, деньги на фишки. Но не забывайте, что что-то у меня интерфейс лагает, что с интернетом. Сейчас прогрузится. Но не забывайте, что тут совсем другой курс. То есть, если в казино вы будете обменивать, то в казино вы сможете купить фишку, одну фишку за 1 миллион вирт. Тут вы можете купить за 1 миллион 300. Но это если, там, к примеру, вы там сильно спешите, а условно там заканчивается, вам нужно срочно. Ну, вы там покупаете, к примеру, там пару фишек, чикс купили, все, то есть все зачислилось. У меня было 800 фишек, стало 802. Залетаете, аукцион. Пишите, вот, и тут у нас есть получается, то имущество, которое слетело. К примеру, там человек не оплатил дом, да?
И там дом, там бизнес, гараж, там сим-карта, да, там есть ценные бумаги. Вот, он, к примеру, не платил, и он, у него слетает в сел-налог. То есть дом переходит во власть, в власть государства. Вот, и все переходит в аукцион. Вот, далее, там, опять же, имеется результаты, когда будут проведены итоги. Вроде бы там 3-2 дня, что-то такого. Но, опять же, это все зависит, все зависит от нас, от основателя, от меня. Можем это все менять, можем сделать хоть на полчаса, хоть на часик. Но в основном это будет день, два, три. Вот, возможно, на стриме это будет прямо приходить на стриме. Вот, к примеру, вот есть жилье номер 28, ставим там ставку 348 рублей, это 348 фишек, все поставили, то есть и теперь это ваша ставка. Вот, и ждем теперь результаты аукциона. Вот, то есть фишки вот у нас все сняли. Сейчас, секундочку, фишки все сняло. Если, к примеру, вашу ставку перебили, вам придет уведомление, напишут, что вот вашу ставку перебили, и вам фишки вернутся обратно в инвентарь. То есть с этим проблем никаких не будет. Вот, к примеру, то имущество, которое никто не поставил ставку, то есть никому это не интересно, кто-то там проспал, что-то еще, к примеру, там вот бизнес, продуктовый магазин номер 6. Он просто слетит в гос. То есть, и потом игрок просто сможет подбежать и словить данный бизнес. Вот, что еще сказать? То есть, система просто, как по мне, очень и очень интересная. То есть, ни на одной копии мира такого нету. Имеется только на ZNKRMP, поэтому залетайте играть на ZNKRMP. Вот, давайте быстренько еще покажу аксессуары на транспорте, естественно, имеются. Это все вы можете иметь через донат-меню, то есть, заходите в донат-меню. И там покупаете аксессуар на транспорт. Вот, естественно, на аксессуар на транспорт будет и розыгрыш, и там на стримах я буду разыгрывать. То есть с этим проблем никаких не будет, то есть не переживайте с этим. Так, друзья, нашел продуктовый магазин, то есть залетаем в продуктовый магазин. Вот, то есть тут все просто, то есть идентично, как на официальном Радмире, залетаете. Подходите и взаимодействовать. Вот, украшения для дома. У меня что-то очень-очень сильно зависает интернет, ничего страшного, потерпим. Ой. Так, прогрузился у нас интерфейс. То есть вот есть у нас аксессуары на дом. Если не ошибаюсь, то это, возможно, даже не все аксессуары, потому что есть эксклюзивные аксессуары, но мы их должны разыгрывать. Но опять же, это те аксессуары, которые присутствуют на копии Радмира. Ой, на официальном Радмире. Покупаем, к примеру, этот аксессуар, давайте купим гирлянду. Вот, то есть все купили, все отлично работает. Все, у нас помещается это в инвентарь, то есть вот у нас эти два аксессуара. Вы не сможете, естественно, установить вы там на улице, то есть вам нужно подъехать к своему дому. К примеру, там, вот, вы не сможете, вы не находитесь для своего дома или бизнеса. Вот, к примеру, давайте вот купим этот бизнес. Байбиз. Купили. Вот, так, что теперь? Теперь давайте пропишем в инвентарь, вот, к примеру, использовать. Появляется вот такой у нас аксессуарчик. На дорогу ставить не будем, мышь не звери. Давайте вот чик-чикс. То есть все идеально работает, все идеально сохраняется. То есть если мы зайдем сейчас в интерьер и с него выйдем, то есть все будет идеально работать. Также можно поставить гирлянду. Вот, давайте ее повесим куда-то вот сюда. Так, чикс. Повесим ее. Не буду так, вот так повесим, чтобы просто вам сказать, что все работает. То есть все идеально работает. Аксессуары это и на бизнес, и на дом. На транспорт я же сказал, что вы можете это купить в донат-меню. То есть все идеально работает. Вот. Далее давайте посмотрим быстренько систему казино. Пока что один на сервере, не смогу вам поиграть с кем-то человеком, не хочу никого звать, потому что это затянется на очень много времени. Вот, покажу вам лишь одну рулетку, но опять же, все идеально работает. Вы сможете в казино играть как на одного человека, ой, как один на один, как два на два, то есть тут можете обменять фишки. Вот, как я и говорил в аукционе, тут у нас курс 1 к миллиону. Там 1 к 1 и 3 миллиона. Вот.
В казино вы сможете играть в кости как 5 на 5, 4 на 4, то есть ни на одной копии мира такого нету, только у нас нет никаких багов, то есть вы не сможете там передавать фишки через инвентарь, багать как-то, дюпать как-то, то есть у нас все идеально работает, то есть на экономику никак не будет плохо влиять. То есть рулетка, делаем, к примеру, ставочку, там давайте 25 фишек. Так, сектор, давайте выберем сектор. Давайте вот, то есть вы можете выбрать, то есть это все работает, абсолютно все работает. И один ту 18, и Эвен, и Ред, и Блэк, давайте выберем, к примеру, Ред, сделаем ставку. 100 фишек, пусть будет. Все, то есть успешно сделали ставку на сектор Ред. Нам нужно, чтобы сейчас выпало просто красное число. Выпало черное, проиграли, ничего страшного, бывает. Вот, то есть рулетка и казино, в принципе, полностью full работает. Вот, ну и в заключение давайте я покажу быстренько систему семей. Это самое интересное и самое, что мне, не знаю, для меня самое важное. Это система семей. То есть у нас, естественно, имеется система семей и банд, полностью идентичная копия Радмира. Копия Радмира, что я говорю, все это копия Радмира. Официальному Радмиру. Вот. То есть, и у нас есть и копты, и то есть там у вас есть там в этих бандах безвары. То есть, для начала нужно сделать семью, в принципе. Давайте напишем седой, придумаю, вот, то есть F-меню. Это все, естественно, работает, естественно, вот есть информация. Ну, с семьей вы не сможете ничего делать, вы не сможете. У вас просто будет сверху головы писаться ваше название семья, семьи, но ничего большего. Вот. Теперь вам нужно подъехать, чтобы сделать банду. Вам нужно подъехать к любой мафии. Так, где у нас мафия? Так, друзья, у меня крашено, но ничего страшного, я перезашел. В общем, подъезжайте к любой мафии. Это там русская мафия, северная, какая там есть, американская, не помню там эти названия банд мафий. Залетаете, короче, подходите к этому персонажу, нажимаете Alt, и вам, естественно, нужна наколка. То есть у нас написана система наколок. Чтобы получить наколку, вам нужно отсидеть либо же в тюрьме. То есть за каждые полчаса вам дается одна наколка. То есть за каждые полчаса отсидки. Это может быть тюрьма, деморган и тому подобное. Вот. Либо же купить за реал валюту, либо же, естественно, участвовать в разных конкурсах, розыгрышах, следить за нашим официальным телеграм-каналом. Ссылка на телеграм-канал и все наши ресурсы будут в описании данного видеоролика. Вот, ну в данном случае я просто себе выдам наколку. Вот, все, выдал вор в законе. Вот, то есть путь в банде, то есть все как на Радмирчике, чин-чин, все работает. То есть вы можете, естественно, менять цвета. У нас очень много цветов, абсолютно. То есть, опять же, это тоже такой маленький плюс. Вот, седой стал, ваша стала банда, чтобы сменить, ганг справа. То есть вам нужен дом, еще какой-то особняк у себя в доме. Ага, у себя в доме, какой-то у меня иди дома. Так. Ой, нет, не то. Просто не помню, где он находится. Так, репортирую. Все, вот мой дом. Залетайте в дом. Ганг спавн. Для поменять склада напишите команду Make Store. Так, давайте Make Store. Ну, давайте, ладно, тут просто поставим. Четвертый. Ага, боже. То есть система просто, я же говорю, все было написано с нуля. Все идентично работает. Так, покупаем чикс шкаф. Все, Make Store. О, господи, так. Make Store. Да. Так, use. Это у нас шкаф, подождите. А у нас где склад? Склад вроде бы должен появиться тут. Так, давайте. Как там? F-меню, да? Да, F-меню, улучшение банды. Ага. Так. Не помню, как там записать этот склад. Короче, склад там тоже работает. Все эти улучшения банды работают. То есть, все как на Радмире. То есть, тут есть это разрешено. А, купить, возможность что-то вообще. Переблонного улучшения для банды. Короче, как-то еще покупать. Требуемый рейтинг для повышения. А какой у нас рейтинг? А, у нас 50 криминальное влияние. То есть, короче, ребята, то есть, это все работает. Эти все улучшения. То есть, все вот это вот идеально работает. Не буду уже на этом зацикливаться, то есть транспорт, вы там можете транспорт себе ставить, там как-то какие-то там команды, эти строй криминального влияния, то есть, короче, это все работает, абсолютно все работает. То есть без вары тоже все работает, то есть показывается квадрат на радаре, то есть читается там убийство, то есть все, как, короче, на Радмире, то есть копты очень и очень у нас интересные, поэтому залетайте и играйте. Вот, ну что, на этом все, друзья, видеоролик затянулся уже реально на
очень достаточно большое времени, количество времени. Поэтому, братва, залетайте на нашу лучшую копию Red Mirror за НКРМП. Я надеюсь, что это будет реально захватывающая история нашего возрождения, потому что я лично и вы ждали очень долго этого момента, очень долго открытия нашего проекта, потому что прошло уже сколько, 6, 7, 8 месяцев, да, уже не сосчитать времени, уже реально были попытки открытия, но постоянно были какие-то проблемы. Но опять же, я такой человек, что я не хотел открываться на каком-то слитом моде, чтобы вам там было как-то некомфортно играть. Вот, то есть мы решили написать полностью мод с полного нуля. Вот, то есть залетайте, играйте, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, вот, чтобы не пропустить там всякие бонус-кодики и тому подобное, розыгрыши. То есть, естественно, я буду каждый день пытаться стримить, не пытаться, а буду стримить, я буду обязан стримить, потому что я сделал этот проект для вас, я очень много сил вложил и времени вложил, чтобы просто вас порадовать классным игровым модом, чтобы вы радовались, заходили и уходили спать, заходили утром и уходили вечером спать с улыбкой на лице. Вот, то есть всем спасибо за просмотр, друзья, я жду вас на моей лучшей копии Red Mirror за НКРМП. До новых встреч, друзья, всем пока-пока.